Система мониторинга слепых зон, представленная на новом ES, использует специальный радар, чтобы распознать нахождение другого автомобиля в слепой зоне и предупреждает об этом водителя при помощи индикаторов, встроенных в боковые зеркала. Если автомобиль начинает перестраиваться с включенным сигналом поворота, а в слепой зоне в этот момент находится другая машина, то система предупреждает водителя миганием индикатора в боковом зеркале. Система мониторинга слепых зон помогает водителю безопаснее совершать маневры при смене полосы движения и чувствовать себя комфортнее.